четырехгранник с помощью конверта. Не выбрасывайте старые конверты, потому что можно сделать очень хороший четырехгранник, используя них. Сначала возьмем, значит, конверт, сгибаем ее, чтобы образовать треугольник. Нарисуем линию. Открываем и отрежем по этой линии. И мы получаем двухслойный квадрат. Как видите, этот квадрат с одной стороны открыт, а с другой стороны закрыт. Теперь сгибаем пополам, чтобы определить среднюю линию. Отмечаем ее ручкой и нарисуем две линии в противоположном углу. При этом, как вы видите, мы образовали равнобедренный треугольник. Теперь сгибаем по этим двум линиям. Теперь открываем наш конверт. При этом мы образовали четырехгранник. Закрываем открытый конец. Вот и готов наш четырехугольник. Как бы тетра означает 4, хендерс это означает треугольник. При этом как средство четырехгранник. Сделаем 4 треугольника. Теперь вместо одного сделаем 2 четырехгранники, используя один конверт. Вот и готово. Теперь сделаем еще 4 гранников и образуем форму цветка. Вот и готово. Вы будете удивлены, они начинают непрерывно вращаться, как бумажный цветок. Вы с помощью этой чудной модели вращения можете рассказать какую-то нибудь историю или нарисовать какие-то пищевую цепочку или какие-то пищевые циклы.